Відкрию вам маленьку таємницю. Ще будучи дуже маленькою і ще до того, як я вирішила стати кіноактрисою, а потім гонщицею, я мріяла бути вихователем у дитячому садочку. Люди, які обрали цю професію, незвичайні люди. Героїня нашої сьогоднішньої програми Ірина Лук'яненко, як ніхто інший, знає про професію вихователя. Я воспитатель детского сада номер 133 «Золотая рыбка» Корабельного района города Николаева. В этом саду я работаю уже 14 лет. Диплом я получала, у меня специальность преподаватель педагогики и психологии дошкольной в педучилищах и методист. Да, действительно, это была детская мечта. У меня мама работала, как сейчас говорят, помощником воспитателя. И меня оставляли, тогда были спаренные группы, меня оставляли на прогулки класса, наверное, с четвертого. И мы с ними водили хоровод. Представляете, какой хоровод был? 60 человек. В каждой группе по 30 человек. И удавалось, получалось. В детстве думалось, что больше нужны артистические данные, чтобы дети на тебя смотрели, быть эмоциональным, быть интересным. А сейчас уже терпение, терпение и только терпение. Ну да, это человек должен быть расположен, это особый тип темперамента. Флегматики вряд ли будут воспитателями. Привет! Привет! Мы можем дать знания, но оперировать этими знаниями ребенок будет сам. Он будет выбирать, как раньше читали, что такое хорошо, что такое плохо. Ребенок будет на основе этих знаний строить свою жизнь. Очень нравятся их ответы после того, как прочитаешь, ну, разыграешь с ними сказку. Вот недавно мы читали про козу Дерезу и... С удивлением, ну, мы летом проходим программный материал, который за год, и очень интересные выводы детей были. Ну, я их спрашиваю, дети, ну хорошо, коза убежала, ее рак не барак прогнав с будиночка, а что ж было далі? И тут фантазия, вот за такие хвилини, за такие моменты, можно кохать и любить эту профессию. Кажуть, вона повернулась до дідуся. Я кажу, та ні, дідусь же ніж заказав у коваля. Ну, тоді вона побігла і з'їв Змій Горинич. Ну, Поліночка Тогушева каже. Друга дитина каже, ну, Владик Сосновський, ви бачили його на майданчику, дуже неординарна така дитинка. Він каже, ні, бабай з'їв. Я говорю, ти хоч раз бачив того бабая? Мені Наталочка розповідала, що до неї ввечері приходить. Ну потім вони фантазували, фантазували, і все одно вони дійшли висновку, що коза повернеться, дід її вибачить, і вона буде давати молочко і синами, дідусю, і бабусі. Ну приємно, приємно, діти вже знають, як діяти в цьому житті. Да, идут девочки, и очень много в нашем детском саду, я смотрю, девочек, которые могли бы стать настоящими специалистами, настоящими профессионалами, но социальные условия, они, конечно, не соответствуют тому, чего хочет сейчас молодежь. Ну, я думаю, в нашем городе все-таки актуально. У нас же существует, ну, у нас есть педагогический институт, и рядом в Одессе я тоже училась. Я думаю, что актуально, если не уезжать никуда не из города. Для девочки всегда эта профессия очень ценилась. Во-первых, отпуск 42 рабочих дня. Во-вторых, ты с детками, ты готовишься стать мамой. И можешь себя проверить, как ты относишься к деткам.
Кожна дитина – індивідуум, по-своєму мислить, розвивається та пізнає цей світ. Ірина Валентинівна з усмішкою розповідає про свого неординарного вихованця. Ну, я його вже упомінала, це Владик Сосновський. У цього дитина взгляд, ну, він відрізняється від дітей і на утренниках може себе показати, проявити, і на заняттях. У него очень неординарные ответы. Ну, летний период дети переодеваются, меняют одежду, в которой пришли, на ту, в которой будут играть на прогулке. Ну, их много сейчас, две сведенные группы лето. И, ну, украинскую я кажу, Владичу, а чому це? Я кажу, що треба до мене підходити по черзі. А він мені відповідає, тому що у Валентинівни тільки дві руки. Ну, такой забавный хлопчик у нас. Основы закладываются, но я бы, конечно, хотела, чтобы было как раньше, как была подготовительная к школе группа. Там действительно идет подготовка уже волевая. Дружба настоящая. Это сейчас у нас «я тебе дам то, а ты мне дай то». И вот мы с тобой друзья навек. Но если появляется новый ребенок в группе, все бросают своих старых подруг. «Рита, Рита, я с тобой пойду». Я говорю, хорошие друзья. Но настоящая дружба рождается, я, как я наблюдала, в седьмом, ну, в 7 лет. И побольше, конечно, хочется сказать родителям, чтобы побольше играли с ними в сюжетно-ролевые игры, потому что это все-таки социализация. Дети могут научиться вести себя как настоящая мама, как настоящий папа, только в сюжетно-ролевых играх. И это уже так заметно, когда детки в мойку, девочки покидают посуду. Я говорю, девочки, давайте порядок наведем. А, завтра. Очень, конечно, хочется пожелать родителям, даже если родители не работают, рассказывать, какой ты институт закончил, почему ты не работаешь. Ну, можно обосновать, что можно, но все-таки делиться профессией. Потому что, да, мы можем ребенку поиграть с ним в сюжетно-ролевые игры, и как, ну, что потребно для какой праці, и мы можем превознести, мы можем научить гордиться профессией родителей, но где-то там на работе, где-то там. Тут, если мы на кухню ходим, я им показываю труд поваров, эти большие кастрюли, мы и на прачечную ходим, и в музыкальный зал. Мы пытаемся называть полностью профессии наших работников. Музыкальный руководитель, музычный керівник, там, инструктор по физкультуре, а родители. Ну, надо тоже гордиться своими профессиями и рассказывать детям как можно больше. Все ж, вихователем вже народжуються. Цей талант неможливо придбати. Любов до усієї малечі без винятку, бажання їх повчати з перших років життя – це дар, який дається не кожному. Я чувствую, как будто бы я прихожу во второй свой дом. Тут меня ждут, тут в меня верят. Детям со мной интересно, я так думаю, по крайней мере. Ну, если мне предлагали быть методистом, я уже сдавала свою группу, ну, другому воспитателю, и тем не менее не смогла, уже был подписан приказ, и опять вернулась в группу. Я думаю, что призвание. Это американские горки, там не всегда же они улыбаются. Бывают у нас и падения, бывают и слезы, бывают и разное-разное за целый день. И пальчик поцарапают, и жучка найдут, и наступят на какое-то насекомое со злостью. Бывают у нас разные моменты. Я считаю, что это или спускаться по горной реке, или это американские горки. И восхищение, и захватывает дух. Ну, вы знаете, уставшие, все-таки умственный труд он дает себя знать. Ну, у нас и физически, конечно, уставший, но довольный. Возвращается воспитатель домой. И вы, наверное, заметили, все-таки, ну, я так наблюдаю, у нас все воспитатели
даже в возрасте женщины, моя напарница, все равно дети дают нам молодость, потому что они, конечно, энергии забирают много, но дают нам подпитку из космоса. Это, наверное, мое продолжение. Я думаю, ну если у нас в группе есть дети, которые, родители которых ходили, ну правда не в этот детский сад, 105-й его закрыли сейчас, ходили ко мне в группу. Если родители ведут детей, действительно продолжение, эту связь можно просмотреть. Значит, родители считают, что мне можно доверить детей своих. Такі справи, друзі. Професія нелегка, але ж така цікава. І треба віддати шану людям, які вкладають усі свої сили, усю свою душу у таку роботу. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей!